Проклятие криворучки. Я к чему не притронусь, оно все делает вот так. Ага. Привет, Витёк здесь, и я пришел играть в игру, которая называется Melon Playground. В Google Play я ее скачал, установил, и вот тут сижу. Почему? Потому что это рубрика Top Play Market. Да, она находится на первом месте в лучших бесплатных играх. И я решил, что да почему бы и нет. А чатик меня и поддержал. Так что включаем доктора зло. Или как он там, с какой стороны он пихал пальцы, мизинцы к себе в рот. И начинаем играть. Я так понимаю, это что-то типа People Playground, в котором мы тоже играли. Можно посмотреть, у меня там эксперименты дикие, лютые какие-то были. Да, он на нас как, и сок на нас выльется. Давай посмотрим, посмотрим. Choose map. Выбери карту. Квадрат, либо какая-то мешанина. Давай квадрат для начала посмотрим, что это такое. До мешанины еще дойдем. И что здесь такое? Я могу двигать. И все? Воу. Так, что такое камера? Пока ничего не понятно. Во! Так, смотри. Есть всякие дыньки, кукурузки, яблочки. Какой фруктик будем мочить? О. Skip tutorial, говорит. Можно покрутить, если держать. А, прикольно, конечно, но... О, мой. О, ух ты. А он так будет стоять? А зачем ты выпрямился? Мне именно в такой позе ты нужен. Чё за фигня? Почему он встает? А его можно за... У меня столько идей сразу разных появилось, но он почему-то выпрямляется. Что такое? Это нечестно. Так, давай друга. Друга дыньку поставим. О. Удалить. А, во, можно заморозить. Так. Черт. Я его, конечно, заморозил, но... А. Что происходит? А что я ему заморозил тогда, я не понял. О, он лижет ему спину. Арбузик, это что тут? Мелон, это же дыня, да? Пампкин, это тыква? Боже мой, я уж все забыл. В общем, зеленый лижет оранжевому спину. А сзади такой этот подходит. Кукурузмен. О, вот так вот. Да что с вами не так-то? Обними его, что ли. Даже... Смотри, я руку отпускаю. Ой, я, кажется, ему руку отломил. Стучи его по голове. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ох ты ж, боже. Что происходит? Там рука отвалилась. А что это такое? Как с вами играть? А как зум какой-то? Есть какой-то зум? Отзумить, например, подальше. А, наверное, двумя пальцами надо. Сейчас, погодите, я настрою себе тут одну кнопку какую-нибудь. Да, во-во, зум работает. Так. Так, ладно, хорошо, разобрались. Это те, кто живут здесь в игре. Чел яблоко. Он такой, hello. Все, ладно. Это живность. Тут что? Холодное оружие. Нифига себе. Тут болгарка есть. Пожалуйста, распили меня болгаркой. Пистолеты всякие разные. Смотри, даже водная пушка. Уё, сколько здесь различных пушек. Что тут еще есть? Взрывательные средства. Мунро бомб. Это что, бомба Монро какого-то? Она круче, чем ядерная бомба? Химическое оружие. Кислоты, вирусы и прочее. Одежда какая-то. Что это? Броня. А как броню надевать? О! Так. Голову надо защищать, челы. Упс. Бедный кукурузка.
А что с ним случилось? Я ни при чем. Все, отморозили. Давай мы его... Его не было. И этого тоже не было. И тебя не было. Вы какие-то странные все. Сейчас... Какие-то они все странные. Это что такое? Так. Медицинская шапочка. О! Тут даже платьишко есть. Можно сделать девочек. Космический скафандр. О! Так, погоди. В космос у нас отправится кукуруза. А как повернуть его налево, кстати? Disable, activate, delete, freeze. А как налево-то повернуть? Чего они все направо смотрят? Так, нет, это не то. Ох уж эти эксперименты. Что-то наверняка здесь. Ладно. Тогда ты у нас будешь космической программой. Сейчас, где это было? Вот здесь вот одежда. Так, я тут накидал шлемов случайно. Убираем. Намусорил. Сейчас. А может это будет девочка кукуруза? Ой, это так мило. Нет, ты будешь космической... В юбке да в космос, да почему бы и нет, в конце концов, и с парашютом. Все. А, снарядил. Странно, а почему парашют не раскрылся? Как парашют раскрыть? Очень странно, полка. Очень странно. Так, а что тут еще есть? Механика всякая разная, колесо. О, ракетный двигатель можно приделать. Да какого хрена? Параметры, сила, активация. Ноль. Что значит активация ноль? Как движок-то запустить? Мне обещали обучение, но мне его не сделали. О, божечки-кошечки, сколько здесь всего, жесть. Обосраться. О, активирую его. Здесь нету активации. Почему-то нету активации. А, вот, я вижу кнопку Power. А, черт, я не могу сам нажать. Мне нужна еще одна кнопка тогда. А можно его как-то приделать, извиняюсь, к... Вон он летает, летает, летает. Так, а к Чубрику как-то можно его приделать? Так. Я нашел гирю. Так, надо понять, как правильно здесь связывать. Вот есть у меня Пампкин, есть гиря. Я же их могу как-то объединить. Во! Так, если кукурузу поставить. Там говорят, прокрутишь там... А, вот, set transform, set layer, follow, parent, disable gravity. Во! Flip, kill, stop animation, sit, walk. А, странно, но я вроде бы...
Так. Идти. Хоп. Стоять. Флип. Хопа. Присел. И... Что за странная ходьба у него? Почему у него коленка назад выгибается? Погоди, а где второй? А второй упал, ножку сломал. Давай поможем ему. Ой. Ай! Ты зачем кукурузу бьешь? Что? Чел. Очень забавно себя ведут, если честно. Так, хорошо, а если вот так сделать? Так. А почему эти сели, а не вот этот вот? Надо выделить, что ли, сначала, да? Почему не выделяется? Ну-ка. Сейчас. Сидеть. Фига себе. Я сказал сидеть. А он, походу, делал изготовку, бежать собрался куда-то. Так, пацаны. А вы? А вы у нас, что вы делаете? Вы у нас... Идете? Но не туда. Направо. Ай! Что случилось? Боже мой, я что-то не понимаю еще, что происходит. Очень странная игра. Так, этот все, да? И этот тоже все. Это походка Майкла Джексона. Тут на одном месте. Так, ладно, более-менее понятно, что происходит. Давай разберемся со всякими пистолетами, как они работают. Да вы издеваетесь. Опять две кнопки нужно, чтобы стрелять из пистолета. Да что это такое? Ух ты, клевая! У-ху! Протоновая пушка. Так, зачистить. Рейлган. У! Прикольно. Импульсная пушка. О, клево. Блин, классно. Базука! Так, а теперь давай попробуем. Смотри, ставим чубрика, кукурузку. Даем ему одежду. Космический скафандр с парашютом. Даем ему пушку. Огнемет. Извиняюсь. Надо их выделить, наверное, да? И сделать activate. Да, он взял в руки. А как заставить просто брать? Как заставить кого-то что-то взять? Так, хорошо. А против него мы поставим яблоко. Так, надо его руку активировать. А, руку активировать надо. Так, яблоко мы флипнем налево. Во. Так, что мы яблоку дадим? Какую?
Мы ему дадим одежду сначала, мы ему дадим. Где одежда? Медицина, лимб, коннектор. Вот это какие-то страшные вещи, я даже не понимаю, что это такое. Закамуфлированные трусы, ну это гениально. Давай мы ему дадим, вот, он будет в древней броне. Со шлемом. И у него будет, пусть у него будет... Я же могу на паузу поставить, да, и все всем выдать. Дадим ему копье, например. Как вам такой вариант? Он взял копье, я правильно понимаю? Да, он взял копье. Так, теперь ему даем задание идти. Ты будешь идти, волк. Все, этот с копьем идет вперед, этот с огнеметом отбивается. Смотрим. А что, извиняюсь? А почему он не атакует нормально? Беги! Что за прикол? Что я сделал не так, ребят? Подскажите, пожалуйста. Он... Ой, ботинки снял. Он улегло. Доктор зло вернулся, но получается так, да. О, боже. Ну, чел, придется тебе идти вперед. Волк? Почему ты не идешь? Он идет! Он упал! Он сам себя поджег! Ноу! Давай, чел! Почему их так странно пушки стреляют? Боже мой, какая трешня! Ничего не работает, все через задницу. Ядерная бомба. Поджигай. Раскаляется, смотри. Ну давай. Ну бахни. Че она? Вот смотри, люди пришли посмотреть. О, неужели? Это не люди, кстати, это овощи. Это что, атомная бомба? Да что вы говорите, не может быть. Как так? Первый раз такую вижу. Ой, она горячая. А, я загорелся. Бомба такая. Да. Я умею делать бум. О, огнемет где-то работает еще. На что вы меня подписали? Я потерялся. Слушайте, я в People Playground еле-еле разобрался. Ну, здесь вообще капец. То есть, здесь настолько сложно играется. Это нужно быть мегамозгом каким-то, чтобы в эту игру играть. Так, гироскоп, ускорители, пистоны, рейнджеры, уровень. Так, батон, так. А давай попробуем вот так. Что ты там уже вызвал? Resizable. Wooden plate. Так, блюдца. Build. Во. Дж. Балка упала. Нифига себе, тут вызвал сколько всего. Так, я могу к этой балке приделать ракетный движок. Хочу ракетный движок к балке приделать. Я беру пару ракетных движков. И делаю сюда балку. Как мне их объединить? Я что-то могу с ними сделать, чтобы они вместе как-то летали. Кто знает? Activate. Так, мне теперь надо найти и посмотреть, они вместе с палкой летают или что? Нет, они уже отдельно от палки летают. Так, как их слепить вместе, кто знает?
Есть знатоки этой игры? В правом нижнем углу слепление. Сейчас попробуем еще разок, давай. Так, сначала все зачистить. Так, два движка и балка. Так, что такое? Трос? Связать? Так, ну это связать, а как-то жестко закрепить. Вот это, наверное. Чуть сейчас получилось. Что я сделал? Что это такое? Поворот? Стой, 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 вы Коли не видать, куда покрутил? Так, это включатель. Это стиратель. А как же жестко закрепить их? Вот этими нитками. Это жесткие нитки, да? Сейчас проверим. Ну, все равно они не жесткие. Я хотел именно вот в одну конструкцию их соединить. Понимаете, о чем я? А-а-а! Все, я нашел. А это что такое? Во! Вот она! Вот! Все! Слушай, ну сколько... Сколько здесь знать, то надо про это все. Ладно, давай, активируем это дело. Тебя тоже активируем. Так, стоять. Вы красиво летаете. А теперь... У нас на космодром пробрался маленький мальчик-арбуз со своим другом Пельменем. Воу, полетели! И вот от них ничего не осталось. Так что никогда не пробирайтесь на космодром. Запомните это. Воу! Шесть. О, там сейчас перегреется один. А он взорвется? Он взорвется? Давай мы поможем. Давай какую-нибудь бомбу туда. Пуш, гранейт, манро, бомб, турит. Так, animal trap. А как пулемет работает? Никак? Не работает. Че, извиняюсь? Граната! Боже мой, лагает как. Ух. Нормально. Все, выжили. Что-то какая-то дико лагучая ситуация получилась. Ох, еле выжили. Так, что это такое? Давай попробуем. Какая-то бомба Монро. Стоят два мужика. Ну как? Один мужик? В смысле, один тыква, другой арбуз. Так, сейчас мы его повернем, погоди. Вот. У нас есть какая-нибудь одежда типа доктора или что-то такое? Именно халат какой-нибудь. Так, бороду можно нацепить. Ну вот, они как бы в халатах. И в юбке. Это женщина-доктор. А это мужчина-доктор. Вот.
Кепочки такие, они стильные. Доктора наук. Да, как-то так. И значит, что они делают? Они пытаются разобраться, а что это такое вообще за вещь? Чем они пытаются разобраться? Ну, конечно же, они тыкают ножом. Ты будешь тыкать ножом, а ты мачете. Почему они не тыкают, я не понимаю. А, надо, наверное, сначала оружие развернуть, да? А как повернуть оружие, я забыл. Вот так вот. Что произошло? Во, этот нормальный, этот хорошо взял. А это что? Женщина-доктор. Ну, этот нормальный. Ладно. Что мы с ним сделаем? А что такое сет трансформ... О, можно увеличить? Воу, можно сделать широкого чела! Давай. Ой. Он лопнул. Надо убрать все вот это вот. Нафиг. Здесь ничего не было. Блин, я только нашел прикольную штуку. Может, он не выдержал, потому что пушка там была. Так, set transform. Ну-ка, давай. Rotation, так. Давай пятюню. Капец. Так, погоди, я, кажется, set transform... Надо сначала всего выделить его, а потом уже set transform делать. Ну-ка. 5. Странно, но почему-то только туловище становится толстым. Говорят, там какой-то ресайз есть. Ну-ка, давай попробуем. Так, ставим челика. О, ресайз. О. И чё? Это что, нога? Стоп, что я делаю? Ахахах, прекрати. Еще раз, давай. Значит, выбираем тогда его всего. И делаем ему ресайз. Опа-на. Упс, я сделал нано-дыньку. Черт, испугал меня. А где твоя голова? Чел, что происходит? Что ты такой большой? Куда он? Почему он разваливается на моих глазах? Что с тобой не так? Так, убрать. Так, еще раз. Выделяю. Жму ресайз. Так, это его равномерно увеличивает. Что вот это делает, я не понимаю. Разбирает на части? Дичь какая-то. Вообще ничего не понятно, как это работает. Если здесь хотя бы вот понятно, вот яблоко... Можно сделать, там, не знаю, с широкой головой. Что происходит? Проклятие криворучки. Я к чему не притронусь, оно все делает вот так. И в разные стороны разлетается. Как? Что происходит? Так.
Ладно, давай повзрываем. Что у нас есть? Молотов. Activate. О! Щеку выдернул, да, она лопнула, а Молотов просто стоял. Фух, так, мины. О, давай вот так, мы поставим мины, поставим чуваков и заставим их идти вперед. Ну-ка, чел, вперед. Та-тан-тан-тар-та-тан-тар-та-тан, та-та-тан. На старт, внимание, марш! Побежал. Ой, боже. Что еще у вас тут есть? Так. Я хочу попробовать их еще научиться сражаться. Но они, походу, сражаться не особо хотят. Но вот есть чел. Я могу дать ему... Я не знаю, вот молоток. Вот он взял. Но как заставить его сражаться? Здесь есть такая атака? Типа копи, ресайз, флип. Килл, может быть? Или это его убьет? Погоди. Это его убивает. Блин, это не то. Никак? Нельзя заставить сражаться. Блин. Ну, я помню, что в People Playground можно было. Возьми став, говорит, и ударим об землю. О, прикольно. Это я сделал. В общем, недоделанная игра. Тут что-то есть, но как бы оружие ближнего боя тогда получается в принципе бессмысленно. Ну, вообще. Так, кукурузыч, бери базуку. Ха-ха, взял головой. Куда он ее взял, извиняюсь? Как ты из нее стрелять будешь, чел? А я так и думал. Сейчас, блин, стрельнет. Жесть, чел, ну как так-то? О, какие они все нерадивые. Давай попробуем миниган. Какие тут параметры могут быть? Activation 0. Я сам за конец должен держать и стрелять, ребят. По-другому не работает. Не работает. Так, а против него тогда выйдет. Блин, а я, получается, не могу сразу обоими-то управлять. Так нечестно. Ай. Так, против него выйдет челик все-таки в броне. На. На. И он будет идти вперед. Волк. Тыщ. Тыщ, ты тыщ, ты 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 тыщ. Так, он идет вперед, и у него тоже будет пистолет. Называется водная пушка. Не в ту сторону смотрит. Надо ее флипнуть. Ща, погоди, флип. Во, бери. Хорош. Пись, 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 пись. А этот такой с пулеметом. На! На! Ты к кому с водной пушкой пришел? От водной пушки и погибнешь, понял? Боже мой, какая дичь. Снайперка. Не мучайся.
Так. Огнетушитель. Тоже оружие, в принципе, окей. Гренейт лончер. Терминатор с такой стрелял. Метатель чашек, что? Блин, метатель чашек. Боже мой, как, какая дичь. Ну, в общем, еще сырой не работает, честное слово. Совершенно нет какого-то возможности построить сцену, чтобы это все это как-то работало. Отдельно какие-то элементы есть, но так весело, как в People Playground, пока не получается, в принципе. К сожалению. Так, что тут у нас еще есть? Давай посмотрим. Так, какой-то рейнджер, я не знаю, что такое. Моторизированное колесо. Так, что оно будет делать, если его включить? Ничего? Что ты еще умеешь делать? А почему оно не работает? А, во-во-во, нифига себе погнало. Так, еще раз пробуем. Ставлю колесо. И отправил туда. Окей, все, понял, как работает. Так, ставим колесо. А на колесо, конечно же, садим челика. А, давай вот ставим корм сюда. Ты делаешь сит. Они почему-то очень странно садятся все время. А почему я кусками его беру? Так, садись на колесо. Колесо, что ты падаешь? Так, сели на колесо. Пауза. Сейчас я его приделаю хорошими классными палками к этому колесу, чтобы он не смог соскочить, как говорится. Так, приделали. Хорошо. И теперь мы активируем колесо, получается. Нет, надо сначала его одеть. Защитный костюм. Вот так. Главное шлем, ребят. Обязательно шлем нужно надеть, а то может пораниться. Итак, эксперимент. Вы готовы? Куда поехал? Куда поехал? Как это? Ой, боже! Как это посмотреть? Ой! Что это произошло? Что случилось, я не заметил! Это кусочки тела, да, у нее в руках? Там битва колесниц. Что за цирк? Да сам в шоке. Ну, в общем, не спас. Не спас совершенно этот пропеллер, кстати. Ух, капец, улетел. А что такое пистон? Поршень? Слушай, ну здесь можно какой-нибудь вертикоптер, наверное, собрать, попробовать. Гироскоп. Что делает гироскоп? А, во как, смотри, можно делать. Гироскоп, когда включен, он... Во, все, пытаюсь. Последняя моя попытка что-то ценное сделать. Давай. Значит, берем. Так, какой пропеллер нафиг? Берем сначала балку. Так. Делаем ее длинной.
Вот, длинная балка. Дальше. На эту длинную балку мы ставим... Еще балку? Но вертикально. А вот здесь еще одну балку. Так, теперь мы их связываем, чтоб прям намертво. Так, теперь мы делаем опять еще одну балку. Сверху коробку как бы закрываем. Сейчас. Че, балка-то не берется, алло? Страшная балка. Сейчас Витек намутит, погоди. Вот так вот. Вот так вот. Все, привязываем. Все, теперь эта конструкция, по идее, единая. Проверяем. Ну, в принципе, да. Так. Дальше. К этой конструкции мы приделываем. Интересно. У, колесо можно приделать. Интересные штуки под названием... Колесо реально приделать, что ли? Ну-ка, пауза. Извиняюсь. Как так получилось? А почему оно растянулось? Нормально. Пауза. Я успел. Так, притягиваем. Так, хорошо. А теперь к этому всему нужен гироскоп. Притягиваем его. Так, 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 сейчас, сейчас что-то получится, погодите. Так, гироскоп активируем. Хорошо. Девайс жуткий вообще. Так, если... О, поехал, поехал, поехал. Стоп, 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 как остановить? Все, смотри, машина уже, почти машина готова. Так, я еще хотел, смотри, какую штуку сделать. Я хотел пропеллеры сделать. Вдруг оно еще будет летать. Перестань ты крутиться. Да. Так, сюда пропеллер. И сюда. Сейчас два пропеллера бахнем. Ха-ха. Витёк-конструктор, боже. Так, приделал. Проверяем. Воу-в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 оу! Тихо-тихо-тихо! Что-то немножко не хватило, да? Чего не хватило, чат? Реактивного двигателя, видимо. Только куда его поставить, я даже не знаю. Может, третий пропеллер нафиг? Они не будут конфликтовать друг с другом? Почему гиростабилизатор не сработал? А он выключен почему-то, кстати. А почему он выключен? Да я тебе сказал.
Куда ты? Стой! Да стоять! Очень странно летает. А если стабилизатор выключить? А не, о, полетело, полетело! Попробуй найди теперь, да, на карте. Почему-то все время переворачивается, ребят. Я не знаю, с чем это связано. Вроде довольно ровненько все нарисовано. Ну ладно, самое важное, это я забыл, да? Нужно взять сюда челиков. Челики поедут в этой машине. Все, собственно, ради них это все и делалось. О! Нормально выгнутый попался. Так, челибосы, вы готовы? Гроб, говоришь? Да нет, что сразу гроб-то обзываешься. Давай, медленная скорость. Включаем колесо. Второе. Поехали. Немножко пропеллера. Второго пропеллера. Воу, стоять! Второй пропеллер был лишний. Но, что ты делаешь? Хватит! Остановись, пропеллер. Потери пошли, первые потери. Давай, погнали, колеса. Воу, что-то у меня залагало. Стоять. Что будет, когда они врежутся в стенку? Кто там кому-то коленку сломал, смотри. А теперь сейчас мы все посмотрим, как будет, что произойдет, если я сделаю глобальный флип, ребят, этому всему. Я боюсь, сейчас игра повиснет просто. Смотри, делаю флип. Черная дыра пришла к ним. Ну почему? Слушай, ну даже флип не работает, прикинь. Ну все, какое-то лютое месиво произошло. Ну что это такое? Я так долго строил эту машину. И теперь главное, назад не работает даже. Вот в чем прикол. Так, надо это все как-то взрывать, ребят. Мало. Ядерную бомбу. Летит. О боже, балка раскалилась. И сверху еще вот эту бомбу. Ну, давай. Тут вообще жесть какая-то произошла. Весь металл расплавило, все расплавило, все. Попкорн какой-то только родится, смотри. А, это кукурузы Мэн, наверное, там щелкается. Ой, какая странная игрулина. Все получается, я их уничтожу. А, не, погоди, ничего не все. Тут весь девайс-то оказывается здесь. Блин, ну его реально как будто в потустороннюю вселенную вывернуло. Смотри, как красиво выглядит. Липкая бомба. Ой, она прилипла. Прикольно. Стоп, а как ее взорвать? А, все, она взрывается сама. Со временем. Ну, как-то так. Слушай, ну, достаточно, я считаю. Я тут понапробовался всего. Очень сырая, конечно, еще игра. Капец, какая сырая, сами видите. Даже простая команда флип не может выполниться. А так,
конечно, то, что они не умеют там атаковать друг друга, это все тоже нехватка интеллекта в этой игре присутствует. Ну вот какой-то такой девайс, машину на колесиках можно построить. Может, кому-то интересно будет что-то такое покрафтить. Ладно. Так, давай. Пусть вот эта штука будет, так сказать, заставкой финальной к тому, что здесь происходит. Происходит здесь какая-то дичь. Все, спасибо за внимание. С вами был Витек, это был Melon Playground. Совершенно бесплатный, но при этом беспощадный. Черт побери. Все, лайки ставьте, в описании ссылочку на плейтинг ВКонтакте. Всем пока. Четко. Припни еще раз. Давай. Хочешь сказать, что он вернется в нормальное положение? Нет. Ой. Все, повисло. Ха-ха-ха! Тыщ! Колеса здесь, ничего остального нету. Жестко. Ну все, у меня все повисло.